кусочком от панды и тибула 3 недели и сколько, 3 дня, 4 дня. А тут вот эта девочка, 2 мальчика черно-белых и мальчик белый с черным. Девочка не знаю в кого, ни в маму, ни в папу. Мальчики в маму и тот в папу. Вот такие малышня. Они еще не прикармлены, всего 4 штуки. Они до сих пор только на мамином молочке. Уже выходят, водичку пьют. Но пока не прикармливали. Пока, смотрю, достаточно молока. Хорошие, не толстые, крупные, тяжелые. Ну, судя по всему, будут длинные головы, такие же, как у мамы и у папы. Рослые, в прошлом помете, очень крупные щенки. Ну и мама и папа не маленькие. Мама в пределах 76, я думаю, 77 ходит.